И, собственно, всем привет, ребят, с вами всегда я, Клаус, и сегодня я хотел бы открыть 100 бесплатных донат-кейсов на сервере Mindsight. В общем, ребят, автоматически, когда вы заходите на сервер, вам выдается только один донат-кейс бесплатный, и вы можете его открыть, и вам может выпасть любая привилегия. Но я нашел баг и смог надыбать себе 100 донат-кейсов, то есть 36 и 64, но в общей сумме это получается соточка. Если вы хотите узнать, что это за баг, тогда давайте набираем под этим видеороликом 3000 лайков, и я вам о нем рассказываю. Ну а сегодня мы будем с вами открывать кейсы. Кстати, если что, ссылочка на IP... Если что, IP-сервака будет в описании, так что можете тоже зайти и пробовать открыть свой донат-кейс. Может, вам тоже что-нибудь годненькое выпадет. И еще хочу извиниться за то, что я запинаюсь, просто снимаю глубокой ночью. Серьезно, сейчас очень поздно, и онлайн из-за этого на серваке тоже маленький. Так что как-то вот так вот. Ну что, погнали. Открываем первый донат-кейс. Я хочу как-нибудь это все по-быстренькому сделать, потому что мне спать охота. Но почему-то меня проперло. Глядите, я уже админа получил, офигеть. Как мне кажется, довольно-таки уже неплохо. Гимот 1. Все, могу гемот 1 писать и так далее. Так, в табе админ показывается. Окей, давайте дальше будем открывать кейсик. Я вот хочу сегодня дойти до самого максимального доната. То есть, о, опер плюс, это, кстати, лучше. Ну, какой тут максимальный донат? Так, донате. Максимальный донат это у нас делюкс. Я хочу сегодня получить делюкса. У меня сейчас опер плюс, это получается предпоследний. Точнее, предпоследний донат. Ну что, давайте будем открывать и надеяться, что нам выпадет что-нибудь годное. Так, выпал донор. Ну, к сожалению, это самый такой дешевый донат на этом серваке, так что нам не повезло. Окей, кейсов у нас с вами еще дофигища, выпал админ. Ну, в общем, давайте я буду открывать, вы сами просто будете за всем этим следить. Креатив, что дальше, что дальше. Дайте мне, пожалуйста, или Энигму, да, или же... Самую последнюю привилегию. Так, опять донор, да, ёшкин-кошкин, что принеслось. Вот вначале вообще топовые привилегии выпали. Сейчас что-то не очень выпадает. Опять донор! What the fuck? Почему только он и выпадает? Ну, креатив выпал. Дайте мне... Энигму. Опять креатив... Стойте! Что за дичь? Мне кажется, что-то... А, во, опер выпал. Ну, наконец-таки. Так, опер это ведь нормально, да? Так, по идее. Ту, нате. Так, опер... Ну... В принципе, да, это какой получается по счету? Раз, два, три. Ну, в принципе, нормальный донат. Давайте сейчас отсюда пробуем кейсик открыть. И можно еще... А, их нельзя так взять. Окей. Креатив выпал. Чуваки, дайте мне, пожалуйста, энигму. Я хочу вот за сегодняшнее открытие кейсов выбить хотя бы одну энигму. Хотя бы постараться выбить одну энигму. Так, и донор. Да блин, зачем мне этот донор нужен? Ну, это же вообще тупость, по идее. Ой, донате. Энигму или Делюкс, в принципе, самые такие топ-привилегии. Так что как-то вот так. Ну что, будем надеяться, что нам что-то из этого выпадет. Опять донор выпал, да ёпрасоте. Чуваки. Опер. Ну что дальше у нас? Опер плюс. О, чуть нарастает. И чё, Энигма? Энигма дастся? Нет, креатив. Окей, окей, понятно. Самое главное, вот сейчас, когда будет... Под конец у меня, чтобы я в итоге все эти кейсы не просрал. Ну, в принципе, я могу их заново получить, мне несложно. Потому что балага всему этому, я знаю баги на этом серваке и слава богу. Опять донор, опять креатив, ну, блин, чуваки, как-то тут однообразненько выпадает все. Опер. Ну, в принципе, тут всего 7 донат-привилегий, так что выбор не очень-то и большой. Но в любом случае 100 донат-кейсов, как мне кажется, это довольно-таки нехило. И вообще тут бесплатные донат-кейсы, и это, мне кажется, очень круто сделано. Потому что вы можете даже не донатить, можете просто зайти там, выбить какого-нибудь себе админа и играть с ним спокойненько. Так что как-то вот так вот. Мне кажется, это очень топово. 5 донор. Ну, тут видите, тут по-рандомному получается. Вот, видели алмазный блок? Это, по-моему, самое топовое. Во-во-во-во. Летает, летает, летает. Вот, вот, видели, алмазный блок летает. Это, по-моему, самая топовая привилегия. Если он нам выпадет, тогда... Тогда будет очень круто, и... И я буду самый популярный на серваке. Алмазный блок, ну давай, тут где ты там? Иди сюда. Во-во-во, видели, он был рядышком, но окей. Окей, открываем дальше кейсы. Пока что ничего годного нам не выпадает. Если выпадет что-нибудь годное, я вам скажу. Так, админ. Что тут дальше? Блин, вот Энигма только что была. Эх. Короче, Энигма это у нас такой алмазный блок. Алмазная руда, точнее, недобытая еще. А вот сам алмазный блок, это получается... Как он называет? Спонсор. Ну, короче, самый последний донат, самый максимальный. Так что как-то вот так вот. Крутим дальше.
О, админ. Ребят, какие ваши ставки, что сейчас выпадет? И сейчас нам с вами выпадет админ обычный. Окей, в принципе, ничего годного-то и нету на самом деле. Креатив выпал. Так, ну, что-то как-то... Админ. Что-то как-то не особо тут мне... Ой, куда ты улетел? Ну, был рядышком алмазный блок у нас и... в принципе, был шанс получить топ-донат. Был шанс, но, к сожалению, я его упустил. Так, ну что, вот первую эту шнягу мы с вами уже истратили. И осталось у нас всего 58 кейсов. Каких-то 58 кейсов, действительно. О, стой, стой, стой. Делюкс. Делюкс, ну, пожалуйста, выпади. Блин, он был вообще близко. Офигеть. Вы видели, как там Делюкс был близко? Вообще прям в соседней этой шняге был. Ну ничего, у нас с вами 55 кейсов. Буду надеяться, что он мне еще выпадет за сегодня, потому что это как бы, ну, самая максимальная привилегия. И еще тем более бесплатная. Так что, вообще, кайф. Ну и что же выпадет? Выпадает обычный донор. Ну, блин, жаль, конечно. Но это как в кейсах CSGO, то есть тут рандомно все выпадает, но больше всякого дерьмеца на самом деле. Так, донор, креатив, энигма, ну что? Опер, да ёпрсте, когда ж мне выпадет энигма или вот эта алмазная шняга? Я устал уже серьезно открывать, потому что мне ничего годного не выпадает. О, я могу просто так вот крутить и смотреть, что мне выпадет. Делюкс выпал! Нет, я всрал Делюкс! Я не заметил, что выпал Делюкс и начал открывать опять кейс. О май гад, у меня был Делюкс, чуваки, у меня был Делюкс. Креатив, креатив, донор, креатив, донор, опер, донор. Сколько у меня, 32 штуки осталось, креатив, админ. Ну фак, ну вы серьезно что ли? Блин, так обидно, выпал Делюкс и я его просто всрал, офигеть. Админ. Донор. О! Нет! Уйди, пожалуйста, кейс! Не попадай мне! Опять! Ну как я так жестко туплю? Я Делюкс получил! Я получил! Наконец-то! Я получил Делюкс! О май гад! О май гад! Просто халявные 300 рублей получил! И мне мама звонит. Так сейчас, ты чё не спишь-то, мама? Офигеть. Ребят, я очкую открывать эти 11 кейсов. Лучше давайте я их положу в эндер-сундук и как-нибудь потом открою. В общем, открою их в следующем ролике. Так, то есть, получается, сегодня мы открыли с вами не 100 кейсов, а 89 кейсов. И, блин, это вообще очень круто, конечно. Так, а чё может он делать в донате? Включение возможности... Ну, то есть, все он... практически может делать. Стен. Услуга навсегда. Блин, так топово просто. Ну, правда, я немного тупил вначале. Я мог ее уже два раза, то есть где-то кейсов 20 назад уже выбить. Но в любом случае это очень круто. Ребятки, если что, IP сервака будет в описании. Можете тоже зайти подкрывать эти кейсы. И, блин, давайте наберем 1000 лайков под этим видеороликом. И я запишу вторую серию открытия кейсов. Так что как-то вот так вот. Ну а с вами был Клаус. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.